نخب ممكن تفتح بنجاز وتبني تسعى الناس ممكن تسميس بولار كيف تسدرين بلا كاتر أني سام كاتر بزيار كاتر بزن خازق فيلم لنك بر دكومنتال لمن جميش كتر وجيم بز نيجزي براتا وو بوم ايغال براتا وشو Всем привет, с вами Всем привет, с вами Ё-моё! Был жалпы док-фильм. Негізінде біз оны білген жоқпыз түсіретінімізді. Сол бізге ол кенеттен кеп қалып тайтты. Типа вот фильм түсіріватырық қазір. Соны түсірім тезірек бастау керек деді. Сол үшін бізде жұмысқа сразу кірісіп кеттік. Негізінде кейіннен біз бұл док-фильм туралы бал бұрыннан бері айтып келеатқанбыз, просто бізге тезірек осы жоспарға сыйғызып тез шығару керек болды, сондықтан да бізге айтпай былай бастады съемкалардың барлығын, түсірілімнің барлығын. Сол бұл негізі не мақсатпен шығарылған? Біз кішігірім біздің жанкүйерлерімізбен таныс, бізді одан да көбірек білу үшін, бізбен жақсырақ таныс болу үшін. Бірақ та бұл фильмнің ішінде фильм дегенде жай танысу десе болады, иә? Вот соның ішінде біздің жалпы басымызда өткен оқиғаның кішкене ғана бөлігі ғана айтылған, көрсетілген емес, айтылған. Сол жақын арада біздің YouTube-тан шығатын контентімізді, влогымызды міндетті түрде одан да көп информацияны білетін боласыздар. Толықметражды фильмді әлі түсіруге ол ойда жоқ, әлі де жақын арада болмайтын шығар деп ойлаймын бар. Мә, күшті болды. Жалпы кинотеатрда керемет өтті. Барлығы осы домашний атмосфера дейді ғой, сөйтіп барлығымен бірге жақын арасында ешкім қысылмай, барлығы әдемі әйбат өтті. Біз фан-митинг дегенде олар бізге сұрақ қойған жоқ, біз жай ғана әңгімелесіп сырласып отырдық. Жаңа ән, жаңа бейнебаян осы жақын арада шығатын болады. Түсірілімді осы жақында бастаймыз. Сол, бірақ та біз алдап айтқымыз келмейді, алдын ала. Осы уақытта шығады деп алдындағыдай бір жылға одан сол жіберіп қайтадан кейін соны шығарып жүрсек ұят болады да. Сол шығатынның алдында біз релиз жасаймыз, сол кезде нақты өзінің мерзімін айтамыз қашан шығатынын. Бейнебаянды біз Бішкек қаласында түсіретін болдық. Кипоп дей деген негізі жаңа контент шығып жатқан, сондықтан да әлі де өзінің жаңалықтарымен қуантатын болады. Әзірге жоспарлардың барлығын айтып жариялауға болмайды. Бекмамбетов синема кинотеатрына үлкен-үлкен алғысымызды білдіреміз осындай бізге орын тауып бергеніне. Осы біздің жанкүйерлеріміздің кездесуге мүмкіндік бергендеріңізге үлкен-үлкен рахмет. Сол, барлығы керемет өтті, ойдағыдай. Мэдвейв, рады вас видеть сегодня. Документальный фильм. Вы заметили, что мы немного странно, да, формулировали, разговаривали. Просто было тяжело и волнительно все это рассказывать. В первую очередь, слишком много всего произошло. И поэтому мы повторялись. А я не знаю, что было с моим языком, я его не контролировал, поэтому постоянно вот эта тема была. Вот. Надеюсь, что вы хотя бы немного узнали. Все остальное вы будете узнавать через наши влоги на нашем YouTube-канале. Да. И еще раз спасибо большое, что вы пришли. Мы были настоящими на этом видео, без какой-либо фальши, были такими, каким их повседневную жизнь, да, в повседневной одежде, без там мейкапа и всего прочего, были с собой. Поэтому просто большое спасибо за то, что уделили нам время и пришли сегодня с вами. На самом деле мы не готовились и рассказывали это все, вспоминали все на месте, и было тяжело вспомнить все моменты и показать, рассказать вам. Мы вспомнили самое основное, хотели показать себя настоящими, чтобы вы были ближе к нам, чтобы вы видели нас. Давайте тоже. Если есть какие-то вопросы, да? Да, немного поговорим. У нас же есть время, немного поговорим. Вопрос-ответ или поговорим? Поговорим. Баскетит, говорить? А, давай. Короче, когда мы начали снимать клип Баскетит, мы написали трек, короче, за месяц, по сути.
Вот, и мы начали, короче, снимать клип. Мы должны были, короче, найти локацию, там, где мы должны были снять клип. Мы хотели снять сперва павильон, чисто дэнс. Снять, короче, чисто, чтобы там чисто хореография была, вот. Без всякого сюжета, короче. Потом мы решаем, короче, какой-то сюжет придумываем на месте. На месте, ну, вот, за два дня, короче, вот. И, получается, мы должны были снять павильон, так там не получилось, получается, мы должны были найти локацию. Вот, я за какой-то, короче, до клипа, вот за этот период, я попал в больницу, короче, я заболел. Вот, и, получается, пацаны искали локацию. Вот, и потом мы нашли квартиру. Короче, мы представляли клип вообще другим. Видели там, не знаю, этот, клипы, типа, Бобби Холлап. Короче, мы увидели прям безумную вечеринку, там, автопати, все дела, и потом не получилось, и когда мы смотрели работу, мы думали не выпускать ее вообще, но обратного пути не было. И этот трек вообще писался не для клипа, а просто он должен был быть в альбоме, который еще не вышел. Да, но народу понравилось все. Да, песня залетела, мы реально с ней выступали больше всего, но с клипом мы промазали сильно. Мы, короче, его еще снимали за один день. Мы вечером, да, за ночь. За ночь его сняли. Еще за Тумса Тюрте, Светочек Поп. Короче, когда еще мою партию, я, короче, последний сам записывал. И, получается, мы гирлянду, получается, повесили. Единственное украшение, короче, было. Это что-то дополняло. И, получается, такой пою. Ай, маган, да-да-да-да. Потом. И кто-то сверху, короче, из которой потанцовка была, на гирлянду наступила, она порвалась, короче. Ну, у нас реально на тот момент бюджет был такой, так себе. Еще продюсер нам говорил, давайте вот, ребята, подождем, отснимем нормально. А мы, нет, давай, впятером на него налетели. Отсняли, у нас там, не знаю, дом еще был странный. Допустим, у Мура есть партия, где он встает с кровати, и там медведь. У медведя глаза нет. Короче, капец, дофига косяков было. Дэнс-часть, чтобы снять, мы раскидали мишуру. Там дым, да? Это не дым машины, это дым, короче, типа пара сделали, короче, открыли окно, что-то там с бани какую-то фигню накидали. Поэтому вот. Но это нам сыграло на руку, потому что многие не всерьез нас начали воспринимать, типа это ай, какая-то группа. И когда мы выпустили Лалалем, то была большая разница, даже реакцию, когда снимали иностранцы и другие реакшенеры, было прикольно, потому что у них были такие глаза, типа как это так? Вот, и мы расстроились, нам стыдно было. Даже рассказывать стыдно, но уже нечего скрывать. На дэнс-части это мишура была, а не носок. А, да. Я реакцию смотрел, там носок сказали. Я говорю, где носок? Нам вообще не похож. Джинджингой еще такой. Но Мэдвейв, вот, особенно те, кто сидят, вам большое спасибо, потому что много фейлов было даже от других телеканалов, да, там всякие голосования, типа, как нас называли, что-то там, хата, что-то, гулянка, квартира и так далее. Вы все равно нас поддерживали, не отвернулись от нас, и за это вам огромное спасибо. Да. У нас сейчас готовится, заранее не будем говорить, там, когда клип выйдет, чтобы вы потом опять не говорили, ой, там, в следующем году выйдет. Но мы уже в этом месяце едем снимать клип, вот. Работа будет, блин, кстати, я заметил, что многие артисты говорят, что работа будет отличаться от предыдущей, типа, очевидные вещи. Мы только что так сказали. А, да, сори. Просто я тоже так говорил, она по-любому, по идее, отличаться будет, зачем мы так говорим? Нара, зачем мы так говорим? Вот. Но это, короче, будет немного другая... Отличаться от другого. Другая тема, вот. И... Не коряга, а именно... Да. Ярослав, как дела? Расскажи. Хорошо. Спасибо такое. Пока. Ахмдамс. Сол балармен жақында клип түсірге барамыз. Ол екінші жұмысым болады. Бірінші жұмыс ол періштем болған. Екінші жұмыс клип көтсем. Бірінші рет өте қатты қобалжып жатамын. Сол бем! Солай?
правду вам сказать. Сейчас подготовка идет. К счастью, все... Опыта набираемся больше и больше. Намного легче, на самом деле, сейчас все идет, чем раньше. Все мы уже понимаем, вникаем во все. Вот. Можно так сказать. С каждым разом будем делать все лучше и лучше. К сожалению, как вот Рома говорил насчет баскета, к сожалению, мы сделали хуже, чем мы могли. Вот. И представление у нас стало каким-то... Да. И вот. И будем показывать вам, что мы можем лучше. Вот. В общем, жақында альбом қазір дайындалып отыр. EP альбом, мини-альбом. Соның ішінде 5 трек болады. Кішігірім тағы да бір пасхалка дейді ғой, кішкене бір өзіңіз жұмбақтарым болады әрине, сол ең бірінші тректен бастап. Бірақ білесіздер ма, негізі по сутикада бір сондай жұмбақ заттар жасайсың ғой, типа пасхалка деген сияқты. Кейбір тыңдармандар оған мән бермейді да, сондай жай қарай салады, типа абзал дейді, ойласып басатын дүние деген сияқты. Бірақ та мы максимально когда хотели замутрить La La Land, получается там есть много загадок по сути. Вот, там отсылки там к альбому деген сияқты. Вот. Вот, и мы на альбом, мы сейчас хотим, типа, вот теперь не прям замутрить, а немного облегченный вариант, чтобы досконально картинка уже представлялась, когда вы уже слушали песню для всех, вот. И будет маленькая история там, короче. У Мэдов всегда фантазия работает там на 200%, когда к нам приезжает клипмейкер, мы говорим, мы хотим, короче, чтобы через глаз там открывался Мура, потом, короче, с потолка вылазил Рахат, вот такая тема. Кстати, в этом клипе небольшой спойлер сделаем, нас будет не пятеро. Это не новый участник, просто нас будет не пятеро. 10, 20, 30, 40, может один человек, может два человека. Ну, будет, мне кажется, прикольно. Мне почему-то кажется, мы двоих будем такие. Сложим. Как у вас дела? Отлично. Что-то так грустно сказать. Отлично. Вас плохо слышно. А, громче будем разговаривать. Задний ряд нормально? Салам алейкум! Микрофоны? Просто без микрофонов. Я всегда, знаете, что хотел? Всегда, когда вот охоток собирается, по-моему, вот так. Вот, точно, давай. В пользу поле. Хочу. Давай. Всегда хотел. Дайте руки вместе под ним наверх. Стой. Может, сверху вниз? А, нет, может, снизу вверх. Они же видят. А! Снизу вверх. А? Может, из рук замутим дабл? А, хотя бы план. Снизу вверх. Всем бетисенка, полку интересно. Так, пальчики, как пустим? Типа, с первого ряда те же видят? Те, кто спереди делают. Нет, давай просто сбоку. Просто сбоку. Не просто так можно. А с нами же все правы, что с вами план взять, так? Сейчас там все сыграть. Ну да. Снимут поебаемся. А, сперва они должны говорить, какие по очереди поднять или? Нет. Так, хай, сделай я. Короче, давай. Зрение плохое. Смотрите, на двоих получается с той стороны. На счет три. Вот так вот один. Нет, не вот так, а. Порепетируем, пошли. 7-8. Раз, а какая синхронность! Еще раз попробуем. 7-8, 7-8. Раз, два. 7-8. Подожди, сынок, ешь сейчас как поймать. Вот двоем, смотрите. С той стороны, вот поднимите руки вот. Две... Все вот то. Два ряда, да, два ряда. Вот, и теперь следующие два ряда. Я может без микрофонов что-то. Без микрофонов. Звук! Так слышно! Так слышно! Нормально! Так нормально! Попробуй, снимешь? А, давай. Давай. Может этот? Давай. Тогда мы говорим,
может вы Mad Wave вместе с нами скажете? А может они тогда будут поднимать мы, а не они. Я просто Mad Wave. Да, да. На Wave, окей. Wave дегенде бәрі тарын емес, солғып қалған дейді. Ага, поехали. Пошли. 5, 6, 7. Midway! Ва-ха-ха! На 8 марта в основном я покупаю своим сестрам, своей маме цветы, покупаю много-много сладкого. На 8 марта в основном я... Да? Нет, это у нас закрылось.